как стать привлекательным кандидатом для работодателя. О каких качествах и профессиональных навыках обязательно стоит сказать в резюме. Об этом и многом другом старшеклассникам рассказали на мастер-классе по построению карьеры, который прошел в рамках молодежного образовательного проекта «Мотиватор Тин». Сегодня у нас очень многолюдно, всех рад приветствовать. У нас, вижу, знакомые лица, есть новые ребята. Проект очень понравился. Глава городского округа Химки Дмитрий Владимирович Волошин поддерживает проект. У нас все отметили его социальную значимость. И актуальность. Сегодняшняя молодежь шагает в ногу со временем. Ребята стараются освоить новые специальности. Самые популярные из них в медиа и диджитал сфере. Потому хорошо зарекомендовать себя особенно необходимо. Мир меняется очень быстро. И мы не успеваем за ним. И, естественно, мы должны предусматривать, какие тренды, какие тенденции, какие новые профессии, какой сценарий нужно выстраивать для того, чтобы не совершать лишних ошибок. Что нужно знать для того, чтобы правильно демонстрировать свои навыки, правильно презентоваться. «Мотиватор Тин» дает возможность развиваться в самых разных направлениях. Больше интерес у слушателей вызывает сторителлинг, креатив. Лекции по этим темам проводили уже неоднократно и проведут еще. По итогам обратной связи организаторы составляют список занятий на ближайшие несколько недель. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.